Это у Романа теплица была, что-то размонтировали ее. Ее все изорвало ветром. Это я ехал мимо, увидал, решил снять. А это вот 4 кольца, мощные. Сам Павел лил, я у него купил их. Коснется где-то пароход делать. На нем любой трактор проедет. А почему вы разбираете? А что, он ваш, что ли? Да, мой лично. А? Мой лично. Твой? Да. А что ты не взяла его в первый год-то? А? Почему дождалась, когда он развалился? Ну, потому что Женя сначала не разрешал, а сейчас разрешил. А кто его делал? Никита. Роман? Да. Ну, так... Так, а... Роман, но весь материал... А Женя-то знает, что ты разбираешь? Ну, а как же я могу пойти на чужой... Что сказал? Как я пойду на чужой двор брать, что надо? Раз он... А он что сказал вам? Сказал, забирай. Я, может, позвонить. Вот я тоже побоялся, думаю, как так? Нет, потому что все балки, доски, карбонат весь мой. Я ему давала, когда приехал Роман, у него ничего не было, ни палки, ни доски. А ему нужна теплица была. Я это не знал. Да? Ну, конечно. Ну, я сказала, что это все... Ну, все по-хорошему, слава Богу. По-хорошему, он говорит, разбирай. Мы по сей день, я не знаю, вот Роман приехал, представьте, сколько деревьев повалил, строиться начал, материал, хрещение принял, причащался, и вдруг в один день все переменил. Ну, потому что сказали, это, мы его продали. Это еще он придурялся до этого, что ли? Столько он помогал. Нет, ну он сказал, что я хотел прожить здесь. Представь, все сразу, бросите, сжечь своими руками. С ума сойти. Я считаю, просто он не бодрствовал, и поэтому дух блуда вошел в сатана и начал мутить. И Путин не такой, не имеет права тут быть. Русская, Российская Федерация не на своей земле. То есть он пошел куда? Гражданца не буду принимать, это паспорт какой-то сжег. Весь пенопласт собрать, то ветром его разнесет по всей ему деревне. По всей деревне. Так, ну все. Все. Ладно. Выключай. С Богом, пошли. Выключай, чтобы... Как-то снимать начинаю, она сразу бросает. Не хочу, чтобы меня знали, что я такая вот глупая. Все издалека. Надо же, такой вот человек набрался на себя смелости. Нади жалуется, там Володя... разбирает эту теплицу. Оказывается, она матушкина была. Она материал давала Роману малышу. Володя пришел с аппаратом, откручивает шурупы эти. Саморезы называет как-то. До того я не люблю их. Куда надо, не надо, их все толкают. Вот от него осталось морфлот. Благослови, Господи, найди и избавь от духа лжи.